Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас обзор на браслет Император Light. Сегодня я опять в черных перчатках. В прошлый раз многие подметили, что я был в черных перчатках. Ну, соответственно, одел их тоже на сегодняшний обзор. Значит, Император Light. Браслет 15 мм шириной. С таким вот замком коробочки ручной работы. Здесь стоит проба 925-я, проба серебра. Ну и, соответственно, клеймо. Вот так вот закрывается у нас коробка. Центральная застежка. Ну и боковые фиксаторы. Так вот выглядит браслет в застегнутом виде. Значит, здесь я показываю вам 23 размер. Вес браслета практически 60 граммов. Ну, соответственно, если размер будет поменьше, то вес чуть-чуть поменьше, побольше вес. Ну, это я думаю, что все понятно. Браслет выполнен, как я уже ранее сказал, из серебра 925 пробы. Сверху покрыт нашим российским 585 желтым красивейшим золотом. Браслет выполнен с алмазными гранями. Так вот шикарно они переливаются. Я вам показываю. Браслет просто невероятно, очень круто и дорого выглядит на руке. Такой вот шикарный браслет. Доступен к заказу. Уже, наверное, в третий раз стоит повториться, что браслет делается полностью вручную. Вот номер телефона для связи. Можете написать на WhatsApp. Под заказ сделаем вам браслет. Больше обзоров на нашем YouTube-канале Иван Сергеевич, цепи, браслеты и серебра. Переходите и смотрите. Браслет просто невероятный.